Если у вас есть лис фронт, который одевается на парик, я вам показываю пример одела девочки на голову, что самим под парик. Мы поднимаем все волосы, закрепляем. У девочки есть нестандартный лоб. Видите, сверху прямо и по бокам волосы, сбоку волосы растут. Что мы делаем? На этой сеточке мы берем мел и отмечаем, где волосы растут. И на этом месте мы будем делать, добавим волосы, тамбуровку волос добавим на том месте, где я обозначила мелком. И получится у нас фронт-лис по индивидуальному заказу. Потом мы берем эту сеточку и отрезаем ее ножницами. Смотрите, видите, берете мелок, отмечаете, где у нее волосы, потому что если вы оденете парик до конца, чтобы не было у нее видно волос, то у нее закроет лоб на середину. Или же надо делать шаву с этой стороны, или брить эти волосы, или просто мы отрезаем на лбу и по краю, где растут волосы, мы просто добавляем волосы, делаем тамбуровку волос, и получится у нас лис по индивидуальному заказу, что мы ставим под парик. Спасибо за внимание.